Крутая Джорджия. Полиция округа Гвинет США опубликовала видео перестрелки в частном доме. Трое преступников проникли в жилище, однако хозяйка не растерялась и смогла защитить свое имущество. Так снято, как грабители ходят по комнате в поисках наживы, когда внезапно из спальни выбегает женщина с пистолетом и начинает пальбу в сторону злоумышленников. Они пытаются сначала противостоять, но вскоре убегают после того, как понимают, что отпор дан серьезный. Бандиты бросаются в рассыпную. Двоим удалось ретироваться, третий скончался от ранений по дороге недалеко от места происшествия. После произошедшего женщина звонит в службу спасения. По итогу никаких обвинений хозяйки дома полиция не выдвинула. Напротив, заявила, что она имела полное право на защиту себя и своей собственности.